Київ інтерактив ві Ай -пі. із Світланою Василенко та Андрієм Корнауховим. Крем дала Кремль бомду нашого міста. Що п'ятниці о 13:00 на Київ ФМ та на нашому Ютуб-каналі. Вітаю, кияни. Традиційно по п'ятницях саме у цій порі, ви дивитесь та слухаєте на youtube каналі «Київ.ФМ» та в ефірі 98 ФМ. Київ Інтерактив VIP. Так саме в цей час приходить до цієї студії Андрій Карнаухов за для того, щоб зіпсувати а мені кадр, б. мені ефір. І Але... мені все це вдається. Що не можна не тішити. Просто <гум> власне у нас сьогодні є людина, яка прикрасить. Будь-який кадр, будь-який ефір. Да, сьогодні у нас дійсно красива жінка, яка в мене асоціюється з весною, з любов'ю. Я можу сказати, що у моєму топ власне найсексуальніших жінок, принаймні, України 100% саме ти, Юлія Айсіна. Власне, у мене зовсім інша асоціація. Коли говорять дизайнер, у мене відразу в голові вистрілює Юлія Айсіна. Все-таки приятна дизайнер, коли отримує таку. как награду, что ее ассоциируют не только как с публичным сексуальной женщиной, да, а прежде всего как дизайнером, потому что я посвятила Он этому 씨... 20 сексуально лет... дизайнер. Да, ну, <с debido> <суд Cooperato> это уже огромный бонус, я считаю, джекпот. Вот, 20 лет в этом году моему бренду, 20 лет я на рынке Украины. Я считаю, что это большое достижение, быть на плаву. Понятно, что э, э, были и взлеты, были и падения. Сейчас вот я набираю очень стремительно оборотов снова потому что творческих людей скоу иногда да, бадать і потом возрождаться то есть это скло... Слуха, склон, я вбаччив да. у тебе stories да, ну, не в твоєму stories а юлять на шоп вивеску Да, Красиво, я, переехала, я буквально переехала две недели назад в новое очень красивое помещение, очень красивое пространство. Да это. Вот после, шутать, карантина, после... 44B. после карантина, после Шерса 44Б, после карантина сделала грандиозное открытие, потому что я совместила фэшн-пространство. Как правило, у меня очень много друзей приезжают, смотрят вещи, и как всегда чем-то хочется угостить, поэтому у меня будет и просяк-бар, и вкуснейший ароматный кофе. Я же вообще кофеманка. Я сейчас разбираюсь в сортах кофе, какие должны быть кофе. Подключила очень крутого э, парня, Артура. Не помню, как фамилия его, он мне будет помогать полностью налаживать а, все это дело, чтобы правильно, все было вкусно. Я хочу, чтобы а, утром на летней террасе пахли, пахло пространство Так Там и будет летняя кофе. терраса. Да, и вкусным кофе. Ты туда приехала жить? Я, в принципе, всегда живу на работе. Когда мне был временный шоу-рум у меня небольшой, там же Щерса, но в квартире, мне пришлось езжать с одного пространства в другое, временно находилась год. Мне даже не хотелось там находиться. Очень важно, в каком пространстве ты находишься. особенно для творческого человека ну а важнее всего это наверное психоэмоциональное состояние человека женщины меня как творческой личности вот у меня сейчас Є пару моментів личного характера, які мене вдохновили, і в нього хочеться тепер так, інтернет. Ну, ну, нам про це, нам про це ми поговоримо ще. Юля, ти почала з купелі зі здорового способу життя, так би мовити, наш ефір. Що для тебе здоровий спосіб життя? Це якась певна необхідність з віком Нет, ми приходимо. Мені для здоровий тебе образ життя — це прежде всего, состояние души. душі, любов безумовна. Притом любовь к тому чем чем ты занимаешься, любовь к близким людям, любовь к чужим людям, любовь вообще все к чему к тому, что вас окружает. Вот э, не знаю, я иногда мне кажется, мне говорят сумасшедший настолько я позитивный человек, и даже в негативе, в каком-то самом сложной ситуации я нахожу хотя бы капельку позитива и этот негатив сублимирую в такую энергию, которая заполняет всю мою душу и я с ней делюсь. Поверьте, я он Андрюха знает мне очень много лет. Я эту любовь стараюсь... Во мне, не знаю, ведь на весь белый мир хватит любви, и я стараюсь ее передавать людям, особенно тем, кто в ней нуждается, которым тяжело. Я э, очень часто помогаю э, женщинам, которые отчаялись, которые я сама была в, в разных ситуациях. Так вот я ну, где-то нашла такую еще одну стезю, помогать женщинам, которые которым необходима поддержка, психологическая поддержка. Вот, я, кстати, в, в забегаю далеко вперед, я хочу вот все-таки, опять всегда твержу, толдычу, говорю, что мне надо все-таки открыть реабилитационный центр такой, я в планах, у меня есть такая, я если говорю, я всегда делаю. До речи, а а щодо фізичної складової того здорового способа життя, я, честно кажучи, навіть у най кращему своему настрою есть холодное не залезу Это все говорят, пока не попробуют. Ну, ну честно говоря, у меня мало тех, кто... Со мной постоянно все просятся побежать в купель, окунаются а максимум один-два раза, и Але больше не хватает. Люди, с ездили, я моя. Есть, да, ну были, но их хватало один-два. Единственное, кого я знаю, кто продолжает, это Солоха. Певица наша, да, Тереза, она, вот, она, она закаляется по сей день. Вот, вся я называю туристами. То есть их хватает на один-два раза. Я люблю просыпаться, когда встает солнце. Это особая энергетика, особая атмосфера. Я люблю бегать. Но ну, вот мне когда просят... Я просто из уважения беру с собой, но я люблю эту утренний эмоцион прибегать сама по лесу. Это какой-то Ну, не знаю. Я кайфую. Я настолько подзаряжаюсь. Просто. Мне нравится... Я пробовала вот недавно побегать с наушниками. Да, вот часто многие бегают с наушниками, музыку. Нет, я их выбросила, ну, через положил в карман через пять минут, потому что надо слушать, как звучит лес, как эм, как он наполняет тебе энергией. Я еще выхватила такой кафе, в последнее время, бегаю с распущенными волосами. А я у меня была карет достаточно долгое время. И почему-то в какой-то момент я осознала, что мне надо отращивать волосы. Посмотрела, прочитала масса повери, что это женская сила, когда-то я настолько в этот поверила, вжилась в этот в эту атмосферу такой женской силы, когда я отращивала волосы и когда вот я бегу, я прям чувствую себя амазонкой. Вот есть такое, ну, каждый кайфует по-разному от жизни. Это мое призвание, не знаю, набираться энергии в лесу, в общении, потом делиться этой энергией, сильной энергией с людьми. По крайней мере, когда мне плохо, я замыкаюсь, этого никто не видит, и я и не передаю это. То есть мне надо пережить этот момент, потом встряхнуться и Идти, даже не идти, а бежать дальше. Но в последний раз он тебе не поганил. Ну, потому что я научилась сублимировать негативную энергию в положительное русло. Ты думаешь, у меня все так а гладко что ты робишь? Ну вот, даже элементарно Двигаешь. я просыпаюсь и понимаю, что, господи, да спасибо, что у меня две руки, две ноги, два глаза. Я жива, здорова, родители. Что еще? Мы иногда настолько нехтуем, как я говорю, тем, что имеем и не ценим. А на самом деле, счастье, это же относительная штука. Понимаете? Поэтому надо научиться ценить каждый день, иметь то, что ты дает, и тебе жизнь сама даст сто раз больше. Безупречная любовь должна быть, присутствовать в душе каждого человека. Так, в мене я тут и Ты очень часто последним часом летаешь до Германии. Я уже не летаю, у меня там был очень интересный проект. Но когда на твоем ну, пути... Скажешь, я там же живу. Нет, когда на твоем пути появляются нечистоплотные люди, духовно нечистоплотные, я не хочу утрироваться, каждому Бог рассудит, Бог всему судья, поэтому... прекращаешь любые я очень человек такой отрезает сразу все и и, и и не вникают подробности но будет другая страна в любом случае я расширяю всегда гарни э, горизонты и у меня куча сумасшедших планов на наполеоновские планы как особенно когда чувствую эту наполненность какой я сейчас обладаю да хочется просто и И поверьте, у меня такие планы пока раскрывать их не буду, но первый план у меня ступенечка, это новый шоурум с моим пространством, а потом же там, где мне будет комфортно работать и совершать самые сумасшедшие вообще какие-то действия. Слушай, карантин, локдаун тебе не зупиняет, принаймні, психологически? Ну, не все говорят. Все вот для меня нет локдауна. Вот услышите, нету локдауна. Я еще раз говорю, проснитесь утром, даже если вы потеряли, нельзя сейчас говорить, поверьте, я с полной ответственностью сейчас могу сказать, потеряв очень близких людей, достаточно близких, чтобы э, иметь право говорить, даже при потере самого близкого человека вы не имеете права распускать нюни, вы даже на следующий день поблагодарить, что вы живы и дальше идти. Значит, для чего-то вас оставили жить, для чего-то вы нужны в этом социуме на планете. Значит, вы должны взять себя в руки и, и идти и действовать дальше. Поэтому для меня нет карантина, еще раз говорю, находите в самых негативных вещах позитивное, или вы в этом негативе потонете, как в прямом и переносном смысле, да? потому что болезнь съедает э, негатив у людей, которых с негативом, прежде всего, в душе. Это мое глубокое убеждение. Человек, который на позитиве, болезнь к нему в самый последний раз прицепится, если прицепится, то ненадолго. Все будем у нас, нас в голове. голове. Нет, все у нас в голове. Ну, по крайней мере, блин, ну жизнь так коротка, друзья. Нельзя, нельзя вообще позволять себе ни на секунду ныть. Или вы можете себе позволить? Это необходимо для человека. Мы же все не роботы, правильно? Мы должны пережить вот лично мой совет. Я это переживаю настолько глубоко вот каждое какое-то негативное событие в моей жизни я прям умираю в этот момент. Психологически умираю. Умираю, сбрасываю кожу, как знаете, вот я змеи делают, и потом с новыми силами собираюсь и иду, действую дальше. Иначе никак. Юлия Айсина сегодня у нас в гостях. Дизайнер, а, власне, хочешь повернуться в детство твоё? Твоя творчесть, твои дизайнерские работы, то, чем занимаешься ты сейчас, это с детства? Однозначно. Никто не удивился, ни родители. Ні... Даже мне родители пытались опять же запихнуть, не запихнули. Вернее, я поступила в экономический вуз, банковское дело, финансовый кредит. Но я же упертая девочка. Ой, ну по гороскопу, кстати, у меня через четыре дня день рождения, через пять. Вот. И я очень упертая все равно настояла на то, что я на любимом деле что я буду делать то есть никто не удивился, ни одноклассники, которые мне сейчас пишут там, соцсетях не э, коллеги ни, ни по студенческой партии никто не удивился то чем я занимаюсь и тем более не удивились, что я достаточно высоко поднялась по этой ступеньке, потому что я всегда была лидером. с детства. Я всегда выделялась среди деток, я всегда была очень активным, очень активным ребенком. И мне там говорят, там, допустим, сейчас, почему такая вечно, уже и приписывали мне какие-то и вредные привычки, Из чего, конечно, все это было. Я говорю об этом открыто, откровенно. Это было. Я человек очень прямолинейный. И даже говорю, говорила о том, что были периоды, связанные с этим, для того, чтобы многим помочь. Потому что многие борются, это же сквозь, везде, ну, не будем сейчас о плохом, а то мы говорили о весне, <laughs> а тут перейдем. Просто у каждого в жизни, просто нельзя лукавить, прежде всего, перед самим собой. Ну, а я, допустим, почему откровенно всегда во всем, дабы помочь тем людям, которые гораздо слабее меня и не смогут, допустим, сами справиться. А я тут человек какой-то, не знаю, <laughs> мне друг говорит, ой, Асина, ну, у тебя нимф вырос. <laughs> Вот, вот, кстати, о чувстве юмора. Чувство юмора это великая штука. Мне очень жаль тех людей, которые этим чувством не обладают. Это. Так хочется, чтобы люди не теряли чувство юмора, даже в самой критичной ситуации. Юмор спасет любую ситуацию. А в семейной вообще жизни, мне кажется, Номер один, help, спасение – это юмор. Ну с тем, что завжди было все. Окей. Да у меня, ты знаешь, иногда пошло, иногда грубо, но всегда. Но, но завжди смешно. Но завж, да, всегда на позитивной ноте. Тебе в детстве кто поддерживал? Батьки поддерживали. Конечно друзей, всегда. Ну да, ну ты знаешь, я какой-то такой, блин, ребенок была мне как бы не нужна была петрымка. Меня в детстве называли меня не. я сама. Мне даже не давала шнурки завязывать. Мне я сама говорила, и меня прозвали в детстве я сама. Я серьезно, меня говорят, ой, ну, пойдите, скажите, это я сама. Потому что у меня все я сама. Мне как-то и не нужна была эта петрымка, ничего, я сама сама себе на уме. В принципе, с тех пор ничего не поменялось. Лишь с <laughs> досить складно, иногда треба, чтобы кто-то с... а, а сейчас я позволяю, позволяю поддерживать меня и э, я говорю сейчас о мужчинах о мужчине вот я впервые позволила быть а вот я понимаю что для девушки девушки очень важно иногда не притвориться не, не умею притворяться а все-таки не хорохориться а признаться себе все-таки что ты девушка это природа и ты должна быть немножко быть нежнее, немножко роднивее, немного, но там говорят по на другой вид спорта, я все равно на ну, мотокроссе сейчас увлекаюсь. <laughs> Это далеко не девчачий, Ой, девчачий, не вид, девчачий спорта. вид спорта, но я его не брошу, потому что я отрываюсь, конечно, по полной на Ну, Ну и надеть девчонку, можно быть и девчонкой, при да, Купить себе шолом из девчачьей. Даже девчачей. самые сильные девочки, они хотят, чтобы рядом был достойный мужчина, возле которого можно стать девочкой. А мода це жорсткий вид спорту М -м -м. Ну, sais, Знаешь, раньше было да такого четко следе вот. только это тренд такой то все но должны только такой сейчас настолько Уже сейчас стерлись границы даже коллекции осень-зима, если вы заметили. Стерлась граница размеров, стерлась граница женщин, женского направления мужчина. Женщины носят мужские костюмы, мужчины носят уже даже, боже, если вы видели последние показы. Да, поэтому я всегда говорю, да, есть какие-то тренды, которые, ну, модники придерживаются. Благо, что информация, если вы хотите выглядеть в тренде где угодно в соцсети открываете везде масса информации не так как в мои годы бурдамоден моден максимум все то то, что было понимаешь этот бурда моден был, отто фу, был, понимаешь просто истер до дыр вот поэтому если вы хотите выглядеть модно стильно смотрите э, за э, трендсеттерами, смотрите за стилистами модными да, ну масса информации вот, и я всегда говорю, на, на, вы должны носить то, в чем вам комфортно. Если у вас э, будет смешно, если я, допустим, буду ходить в хипе в каком-то стайле. Но ну, представь меня в хипе стайле. Если я сексуальная женщина, несу подачу такую, что женщина обязана быть сексуальной, привлекать, хотя хипе еще меня сейчас мне будут, да. Но это немножко не мой. У меня немножко такой, знаешь, агрессивный стиль. Вот даже сегодня я в Бордо у меня лаковый тренч, а лак сразу подсознание у мужчин вызывает определенное. Я, 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 вам, я ряд. Тебе пост в, в, в Инстаграме, пишет, все полетела в Германию вчить и женок красиво одягать. А ты... oh! <laughs> вчити, <laughs> я тебе скажу, что их требовают, да. потому что там, почему вчать только мужчины в гарный вид. Так и есть, у меня там есть одна клиентка Елена Крафт. Она такая явная представительница, вот такая немка, знаете, как с сайта одноименного. <laughs> <laughs> вот у нее столько сексуальности, и я настолько смогла подчеркнуть полностью вообще ей имидж сделать и начинать создать начиная от волос заканчивая вообще подбором э, гардероба и она просто, кстати, прилетит ко мне в гости скоро вот очень яркая такая персона. и как раз я ее встретила как в канун того, когда она перенесла психологическую травму и какой же кайф был работать с ней создавая одежду менять она на себе столько уверенности стала получать понимаешь женщина трансформировалась на все сто какой она была как я ее встретила психоэмоциональное состояние, визуальное и тому подобное, и какое она сейчас, и промежуток времени всего полгода. Поэтому для меня работать с женщиной в таком ключе вот истинное удовольствие, потому что я люблю работать психически, меня, психологическом, в психологическом аспекте, потому что для меня духовность, внутренняя составляющая человека так же важна, как и внешняя оболочка, даже важнее. Но почему я говорю, так же все равно, я люблю, я эстет, я люблю, когда красиво человек одет, когда человек ухаживает за собой, это же красиво. Это же красиво. Твой одяг, твои модели для кого вони, эм, жен, да, девушек, для ярких, уверенных в себе женщин, сексуальных. Прежде всего, видишь, я неправильно мне надо было сексуальности начать. Эм, ты знаешь, даже если ко мне клиентка приходит, еще раз подчеркну, немножко в себе разочаруют, ну, как бы, знаешь, поддавят мужчины иногда женщину настолько, они в себе м -м, не становятся неуверенные, боятся чего-то. Я их раскрываю. Это, это для меня вообще кайф. Женщина становится более раскрепощенной, она ценит себя больше. Когда женщина себя любит, ее любят окружающие. Как только она перестает себя лежать, все. Это м -м -м, списанный материал для многих, но не для меня. Я как раз люблю такой материал взять. И сделать, раскрыть э, все женские чакры, так сказать. И одежда является одним из критериев вот, создания этого образа. Так like фэшн-терапия. Uh -huh. вот, 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 вот. Это дизайн-терапия. А, дизайн-терапевт. дизайн Вы же обратите внимание, когда женщина а, одевается, если у нее красивая укладка с утра, она ухоженная, сделала красивый мейк, одела каблучок, сделала красивые вещи, у нее уже улыбка на лице. Вот я даже замечала, у меня крайне редко бывают такие моменты, когда я одеваю спортивные вещи. Это крайне редко. Как, как правило, я спортивные вещи, если я себя в купелечку, мне надо быстро поехать на массаж, я еще на массаж еду в спортивную с мокрой головой. Ну и даже в этот момент я себя чувствую некомфортно. Потому что я знаю, как только я вот приехала с купелечки, ходила в душ, привела себя порядок, я вышла, я уже выхожу с подъезда, я богиня, понимаете? А что делать людям, которые собой почувающие, ну, будучи серой мышкой, почувают себя впевненно? Знаешь, так и в нам Купелечку, <laughs> <laughs> И до Юлии и Должна и быть ров. наполненность, духовная наполненность. Это раз. Дальше, когда говорят, нет денег. Вот ерунда. Я, нас Я знаю настолько много магазинов, масс-маркета. Сейчас ассортимент сумасшедший. И пойти даже в те же магазины Алязара и Чендем и пойти выбрать вещи и составить такой сумасшедший вообще лук. Момент знижек, это там, вообще, друзья, какой -то, какой -то поэтому, когда говорят, что нет, это, это лентяйки. Точно так же лентяйки, которые себя э, распускают и не держат в форме физической себя, это тоже лентяйки. Моя мама в 72 года каждое утро выбегает, бежит по 2 километра, качает пресс в 72 года и работает до сих пор. Ходит на работу, понятно, что в одежде от Айсены, вот красиво, в 72 года с таким чувством юмора, с таким, э, с такой энергетикой. А многие себя женщины в 50 уже списывают, извините, на свалку. Вот мне 43 года будет, видишь? Вот даже я та, та женщина, которая еще приписывает еще нет 43, другая бы 42 еще бы говорила. Я а настолько... 32 плюс да, 10. Вот, я настолько кайфую от своего возраста и не скрываю, э, сколько мне лет, я буду точно так же ценить и 50, но я буду делать все для того, чтобы я мне было комфортно и в 50 и в 60 и в 70 это следить за своим телом следить но прежде всего следить за своими мыслями мыслями как ты живешь э, в добрели в мире миру с собой а дальше уже смотришь физическое тело обязательно что ты кушаешь что ты как ты одеваешься все это важно в совокупности но если вам хочется, как мне иногда, гульнуть, как я говорю, позволяйте себе и это. Мы же живые существа, мы не роботы. И нам мы склонны э, к ошибкам. У нас это есть. Я не говорю, что я святая. У меня тоже есть вот такие минусы. Я признаю, они есть. Но потом я аккумулируюсь, беру себя в руки и опять на коне. Так, и поворачиваясь до одежды Юлия Айсена, в чем уходить? Ну вот, посмотри. В Юлии Яркий Айсене. в Юлии Айсины, да. Вот, кстати, я оделась. Якщо Монохром це... сейчас в моде. Монохром, да, одинаковый цвет полностью, тот-то У меня туфли лаковые, не видно здесь. Бордовый комбинезон, плащ лаковый. Но мне хочется всегда какого-то яркого акцента, поэтому у меня норковая. И Оборотни. сумочка желтенькая тоже, для настроения. Если не Юлия Айсена, бренд, То хто з дизайнерів тобі подобається? Ну, такий прям твій дизайнер? Mm -hmm. Ват'є мені подобається. Олександр Ватьє. Мені подобається бренд Ларан і Сен -Лоран. Це сексуальність, це mm -hmm. Ну, Там, де пахне сексом, в общем. Да. Тобто, оцей модний зараз мас-маркетівський бренд, тренд останніх двох років оверсайз. Це явно это явно не, маю. для Юли Айс. Нет, нет. Это максимум, это может быть какая-то накидка, но в одни зоны это будет все равно латексный какой-то боди, топ. В вот в таком ключе я могу еще приветствовать какой-то тренч оверсайз. А це, це правда, тренчи в моде. Оверсайз да. выгодили для людей, которые, ну, как ты кажешь, ленивые. За, собою, за собою не Но все же но все, все же имеет свой подтекст какой-то, ну понимаешь? Ну вот, как ну, я... моя выгляд на пятнадцатый да, вот, родственник? Тренч сейчас оверсайз моде. В моем гардеробе есть такой тренч. Марк Джейкобс мне подарила его подруга. Вот, и, потому что я другие бренды не покупаю. Я покупаю только сумки и обувь других брендов. А, вот. а одежду я ношу исключительно своего бренда. Вот и, и э, такой тренч оверсайз он есть, но опять же я его одеваю под какой то боди сексуальный, чтобы подчеркивать женскую. Но а какой-то просто огромный свитер одеть и, и спрятать красоту, все, ну это не для меня, ну, чтобы было недавно вот всемирный день декольте мне очень понравился этот праздник но этот праздник по ходу у меня каждый день это сейчас запаковалась чтобы вы понимали в этом комбинезоне у меня вырез до декольте до талии линии талии это просто думаю совсем не камильфо вот очень важно когда ты что-то одеваешь чтобы было уместно выглядеть надо за этим следить. не одевать, допустим, уже не пришла к вам, в вечернем платье, там, дресс-код. То есть все равно надо понимать, что так или иначе это деловой стиль одежды, но ты должна, я деловую одежду не ношу крайне редко, но надо более-менее соответствовать тому месту, куда тебя пригласили. Это очень важно, дресс-код выдерживать. А если ты одеваешь такие же деловые костюмы, какие в тебе эмоции? В мене адски просто. Если я одеваю такой костюм, то я одеваю его под шпильку. На абсолютно голое тело. Понятно? <laughs> Понятно. Я удягаю его сексуально. Понятно. Да. Поэтому ты идешь, ты остаешься все той же, остаюсь все той же Юлиасиной, эм, несущая себя. Даже красиво в мужском костюме. <проб> я завтра пройду в костюме на голое тело. <проб> а ты можешь, а я Потому, что, потому что ты свободен, своих свободен в мыслях, в действиях, потому что я знаю, что ты тоже бегаешь очень большое количество километров по утрам, кто не знает, по-моему, по километров 15, если я не ошибаюсь. Это вообще... 35, да. Да, да. Полина не, не, спасибо, Переходи на серф, я еще с серфом занимаюсь, сейчас сезон начнется вейкборд, но вейкборд травматичный, серф более лайтовый, заказ. Якщо досить тікати від кредиторів Корноухов, треба да. тепер від них плисти. Да. Що обов'язково має бути в гардеробі кожної жінки? Біла рубашка. ну, мужская. Віджата, Но, а, да, абсолютно верно. Потому що вот тут якраз в той момент, коли я говорю, оверсайз, да, Снята рубашка со свого мужчины, это так сексуально, это так красиво, в ней можно ходить дома, ее можно одевать под брюки, ее можно накидывать на купальник. Белая рубашка любимого мужчин, ну, я уже молчу о а той энергетике, которую она несет, понимаете? Вот, это самая яркая сексуальная вещь в гардеробе, она должна быть у каждой женщины. Шпилька, конечно же, шпилька, обувь на шпильке, даже если вы носите балетки только на низком, у вас должна быть какая-то обувь, когда вам Ну, шпилька меняет походку осанку уверенность в себе женщина становится мегасексуальной так, вот. ну, конечно, же, конечно же джинсы завышенные Италии я считаю ну, маскини ма я не люблю большие формату? большие сильно да такие вот э, не нравится когда джинсы почеркивают женскую бодро и попу хотя бы попу Пускай там они свободно. Иначе на вещь, что мы против. Ну да, да, и так это опять же тот же одетый мешок, это тоже нет. И Масхев, уже какой сезон он и будет оставаться, это тренчи. Тренчи таких достаточно бежевых оттенков. Это базовая вещь, которую должна быть в гардеробе каждой женщины. Вот. И как можно больше аксессуаров. Платки, какие-то броши, потому что можно самую унылую вещь, самую унылую, тут же, ну ладно уже, если вы одели этот оверсайз свитер, <laughs> одели какой-то брошь, какой-то платок, чтобы привлечь какое-то внимание, изюминки добавить вашему образу. Если бы ты не занялась дизайнерством, то есть не створювала то, что ты створюешь, что бы ты делала? А, раньше бы я однозначно сказала только это и все. А сейчас мне нравится, вот, наверное, психотерапевтом и вот спасать людей, вселять в них снова веру, надежду. Я прям кайфую от этого. Я, что кому-то нужна и кому-то... Не, не то, что неправильно я говорю, кому-то нужна. Что я могу кому-то помочь в очень... Не все же такие, это я сильная, это я смогла пройти в огонь и воду и медные трубы и подняться, и... и это были падения неоднократные. А столько женщин, которые не могут... потеряны и которых я кстати очень много моих близких было да просто не знаю где они даже делись их нет это жены достаточно богатых людей были и даже многие женщины бизнесуман серьезноная вот и К сожалению, таких женщин очень много. А вот э, центром доверия не всем доверяют, понимаете? А еще хочу, знаете, что? Вспомнила. Вчера ну, у меня одна девочка попросила, там, найди мне мужа. Ребята, найди мне жену. И я вчера... Юлия Я в соцопрос в Инстаграм... Друзья, говорю, может открыть такой, говорю, клуб знакомств, сайт знакомств, брачное агентство. У меня директ завален. Ну так Потому правильно, но будешь я, Румс, А реально вы знаете, сколько... Нет, ну это еще дополнительно, мне надо кто-то, чтобы системщик, который все это делал. У меня идеи вы не понимаете, я могу все, но мне... я не системный человек. Поэтому я набираю сейчас команду активных, но при этом системных людей. И можно развивать бизнес-направление, бизнес можно быть иметь сколько хочешь. Потому что многие говорят, нет, сконцентрируйся на одном, но нет, это буду не я. Я люблю активно, я, я потяну куча проектов просто мне Твоя задача в команду да в команду я могу решать глобальные вопросы и творческие вот непосредственно создавать свои коллекции а системность нужна обязательно в любом бизнесе поэтому у меня будут компаньоны именно системные люди вот поэтому я подумаю еще и о брачном агентстве почему нет кстати очень многих с моих легкой руки я свела познакомила и многие живут и как правило это очень счастлива. Вот так. На цій оптимістичній ноті ми будемо завершувати наш ефір. А Юлі Айсі не звертайтеся, якщо комусь треба чоловік, або дружина. Або, можливо, когось, ви знаєте, такого дуже системного, хто може допомогти да. Юлії Айсіні і все це організувати да, і тримати. в руках. пишіть в Дірект, інстаграм нижнє на Джулія, почоркіння или... Ну, мені легко на цій принципі. Я перевіряв, Айсіна да. одна. Да щетві шоп'єїхє вони клонується що Прощайся починав закін нацьому'ятниц Я благодарю Андрюха всегда у меня эфири з то тобой самой приятное у зво же давні приятелисім любви і душевного умиротворения друзья Це yeah. був Київ інтерактів Юлія Айсіна, Дизайнер сьогодні була у нас у гостях. Ви на нас дивилися на Київ 98FM на ютюбі. Пальчики вгору, Покажи пальчики вгору, що вони повинні зробити. Я зараз да. Покажу покажіть, вгору. покажіть, будь ласка, Карнаухова. Він буде показувати пальчики вгору, А я буду говорити ось та отак. Пальчики вгору на київ 98FM, або підписуєтеся на нашу сторінку у ютюбі. Ну і звісно, ви нас чуєте на київ 98FM. Насолоджуйтеся далі. Музикою. Ну а ми, звісно, будемо з вами. Світлана Василенко, Андрій Корноухов, Юлія, Юлія Сіна. Пака. Київ інтерактив VIP. Із Світланою Василенко та Андрієм Корнауховим. Крем да ла Крем, бо бенду нашого міста. Щоп'ятниці о тринадцятій на Київ ЕФМ та на нашому Ютуб-каналі.